Действительно, накануне отмечали случаи перерывов в деятельности предпринимателей, отчасти как раз и вызванные слухами и недопониманием в сфере ценообразования. Сегодня ситуацию прокомментировали в Управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. Оперативно горосполкомы подключились, и Главное управление торговли облсполкома совместно со службой подключились к изучению данной ситуации. Была основная причина вот этих фактов, это было недопонимание индивидуальных предпринимателей нормы законодательства по ценообразованию в связи с принятием постановления номер 713. Оперативно, еще раз повторяю, были проведены встречи с активами предпринимателей в регионах, где были эти факты, в частности в Бресте, Барановиче, в Пинсках. Были даны конструктивные предложения, были заслушаны проблемные вопросы, даны разъяснения нового законодательства. Ну и на данный момент ситуация напряжения снята, и я уверен, что рынки будут работать в штатном режиме. Правительство скорректировало отдельные нормы постановления номер 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины. Разъяснительная работа с представителями бизнеса продолжается. Налажен механизм обратной связи и решения вопросов. Они могут обращаться, несколько форм обращения. Самая такая оптимальная – это на сайте Министерства антимонопольного регулирования есть онлайн-форма запроса, потому что это будет оперативно, они рассматриваются эти запросы, это прямо на сайте. Также они могут обратиться либо в горосполком по месту своей деятельности, либо в облсполком, именно в Главное управление торговли и услуг облсполкома, либо в Главное управление МАР по Брестской области.